Фермеры Хабаровского края готовятся к ярмарке выходного дня. В этом году ее решили открыть на 2 недели раньше обычного. Чем хотят удивить фермеры и горожан в середине мая, расскажет Ульяна Крамаренко. Это у нас кукуруза. Она уже дошла, можно пускать на продажу. Фермер Иосиф Ким рассаду кукурузы готовил и выращивал с начала апреля. Ради зеленых ростков топил теплицу круглосуточно. 1,5 месяца, и рассада готова отправиться в поля и на ярмарку. Свои сельские овощи и мед на городские торговые ряды возит каждый год. В весенней ярмарке участвует впервые. Решил, дело выгодное. У нас у фермеров, как обычно бывает, весна подходит, денег нету. Вот тут надо и семена закупать, и удобрения, и людям платить надо. Вот, денег не хватает. А вот ярмарка, она как бы помогает. Кроме заработка, Иосиф Ким надеется найти на ярмарке спутницу жизни. Вдвоем вести хозяйство, говорит, веселее. А пока городских покупателей к своему прилавку планирует зазывать сам. Кроме кукурузы, приготовил рассаду баклажанов, перцев и помидоров. Через пару недель к дачным грядкам будут готовы ростки арбузов. Приживаемость фермер гарантирует. Всю тепличную рассаду уже начал тренировать и готовить к суровой реальности. Сейчас уже закаляем. Уже не топим, тепло такого не держим. Ночью все открываем, чтобы она уже к погоде адаптировалась. Краевая ярмарка выходного дня в этом году открылась на 2 недели раньше, чем обычно. Участвовать в ней хотят уже 50 фермеров. Организаторы готовы предоставить и больше мест, а фермерам платить за них не придется. Главное условие для участников – продукция только собственного производства. До ярмарки выходного дня торгуют не только плодами, но еще и промежуточным, так сказать, звеном. Еще рассада, еще удобрения и так далее. В конце концов, продукция животноводства всегда есть, продукция пчеловодства всегда есть, ну и сопутствующие всякие товары есть. Торжественное открытие сельскохозяйственной ярмарки в Хабаровске назначено на субботу, 14 мая. Место встречи продавцов и покупателей – площадка рядом с ареной «Ерофей». Впервые в этом году ярмарка выходного дня откроется и в Комсомольске-на-Амуре. Пока выставить свой товар на ней готовы всего 9 фермеров. Ульяна Крамаренко, Павел Легалин, телеканал «Губерния».